Всем привет! Барьер. Сейчас на подачу. Немедленно. Ну что не говори, а шахматы сейчас несколько. Чтобы показать, как работает вся шахматная подвеска. Подожди, надо отъехать его. А теперь я медленно поеду. Ну, получается, что путь у гусеницы, которая проходит больше. А, я понял, он скользит начинает. Да, вот, то есть настолько потильно. Вот в чем преимущество тяжелого танка. Ну, тяжелого имеется в виду. А пострелять? Пострелять? Не, пулемет. Ух ты, даже с башни пулемет. Да. Ну и давай жахнем куда-нибудь, пахнем. О, прыгай. Я прыгаю. Я знаю, я тоже. Ну это надо смотреть, чтобы видно было, как чинит шарик. Это же, чтобы я по пушке выстрелил. Танк выходит на позицию и видит вражескую пушку. Прицеливается и командир отдает. Fire, fire! Нет, по стволу тяжело целиться. А ладно, по колесу попал. Танки кончились. Да, в принципе-то... Я и так понятно. И в этот момент... Да я его раздавлю. А он не стреляет. Я его раздавлю. Да? Конечно. Представляешь, подожди, что... с расстояния, по-моему, 500 метров, он уже мог пробивать лобовую броню. Да. Во! Не успеешь доехать. Мы... Пиф-паф. Мне рассказали, да, несколько забавных эпизодов, связанных именно с пантерами. Значит, в конце 44-го года, когда уже Германия утратила... большинство сырьевых баз, и союзники разбомбили большинство заводов, качество брони именно на «Пантерах» очень сильно ухудшилось, потому что не хватало лигирующих добавок. И были случаи, когда при попадании, особенно в башню, их много этих фотографий у меня они есть, ее не пробивало, ее проламывало. То есть броня не пробивалась, но она просто откалывалась, вот как напильник, она была очень хрупкая. Значит, второй забавный случай произошел в Венгрии, насколько я помню, когда несколько пантер выскочили на замаскированные Су-152. Значит, они стояли на опушке леса, те пересекали поляну, и получилось так, что пантера одна практически лоб-в-лоб вот так вот столкнулась с Су-152. Су-152, кто себе представляет, что такое пушка 152-го калибра? Зверобой. Да. Сколько весит снаряд этой пушки? Он весит больше 40 килограмм. Это раздельного заряжания. Значит, поэтому один снаряд всегда был заряжен в пушку в боевой обстановке, потому что это было очень долго. Вот. И в тот момент в пушке был заряжен бетонобойный снаряд. Значит, увидев перед собой пантеру, боец не расстрелялся и нажал на спуск. Она пробила ее в лоб. Пробил ее насквозь, и мотор вылетел на... Это тоже исторический факт, известный, есть фотографии. Так что вот так. Самое интересное, что к концу войны слишком много было наделано башен вот этих пантер. И немцы их использовали в дзотах. То есть бетонное укрепление, на бетонное укрепление ставилась башня и пантеры. Тигры от пантеры, да. Вот. И это было как бы это было стационарная точка. Тоже есть фотографии, много где наши солдаты стоят вот такой. Значит, вкапывалось в землю основание, закладывалось бетонными плитами, сверху ставилась башня, и был внутри погреб для снарядов и гильз. Значит, снаряд там огромный.
И вот есть фотография, это башня, подбитая, стоят наши бойцы, рядом стоит снаряд, он ему по плечу. Вот такой вот и все, вокруг забросано гильзами. Да, это исторически известная вещь. Ну, что вам еще рассказать и показать? Ну, наверное... Заведи только. А как его зовут? Ну, я выключил, чтобы на видео не это... Я говорю, что касается вот конкретно этой модели, она очень хорошо управляется, очень точно. Это ты стрелять собираешься. Погоди, как ехать? Правый стик. Вперед, влево-право. Или она очень точно управляется. Да. Здесь очень хорошие механизмы. Все на подшипниках. Да. Вот Пантера так могла, так она умела. Вообще кайф. Можно в фильмах снимать. Это советское время, я бы точно, если бы такие модели были, их бы снимали вперед, умели съемкой и выдавали бы за настоящее. И она бы в дыму бы там на поле боя выглядела бы абсолютно как настоящая. А тем более, если еще грязью закидать. Да. Грязь там, посмахать ее. Да, он понравился, как работает, хорошо видно, красиво у меня. Ярость. Так, а это вот... Нечисан. А ты забыл? Да, здесь башню можно крутить на 360. Ну, вниз это поднимать, опускать ствол, он по кругу. То есть вот... Нет, вниз вот жми и держи, она будет опускаться и подниматься, опускаться и подниматься. Значит, на новых, с новой аппаратурой уже сделано раздельное, то есть вверх-вверх, вниз-вниз. А выстрел с двух кнопок делается. А стреляет пулемет? Пулемет... Вот, куда он выключать. Вот оператор, ключи не исчезнут. Вот этот пулемет. На башне, да. Но руки не дошли. Для нее тоже существует огромное количество тюнинга всякого, в том числе с имитацией пулемета на башне. То есть вот этот светодиод здесь просто тупо сделан, а там сделан именно ствол пулемета, как должен быть. Ну, так же, как вот здесь. Значит, скорость поворота башни в этих танках зависела от оборотов двигателя. То есть, и у нее был ручной привод предусмотрен, но при наклоне танка свыше 5 градусов это было практически невозможно. Потому что пушка очень длинная и развесовка башни плохая. Та же самая история с тиграми. Там еще хуже. Вот, а у пантеры было вот так, что если выше 5 градусов, то ты вручную ее не повернешь. Тёма, скажи ему Хандахов. Хандахов. Это у тебя в глаз как отдыхает. Не, обычно как пушку вверх поднимают, сдаете. Кстати, тоже. Вот часто я люблю говорить, как у подбитого немецкого танка. Почему дуло вниз, знаешь? Да, потому что там срываются эти самые. Да, вот это еще раз говорит о том, что пушка не сбалансирована, у нее вес вперед. Ломается механизм, либо сектор, который ее поднимает, либо уравновешивающий механизм, и пушка падает. Когда танк сгорает, почему они все лежат брюхом на земле, а дуло вниз? Потому что торсионы, они разогреваются до квасна и теряют упругость. И все, и танк сразу падает на брюхо. Ну и, соответственно, с пушкой. То есть масло сгорает в противооткатных устройствах. Это сгоревший танк восстановлению не подходит. Он только на утилизацию идет. А Т-34? Т-34 конструкция другая. Но та же история. Если сгорел танк, любой танк, он все восстановлению не подлежит. Если он просто подбит, ну и там чуть-чуть погорел, там, или что там, если не торсионы, ну, не пострадали, катки не пострадали, то пожалуйста. Четверки. Нет торсионов. Здесь посмотрим, как истина. Да. Я имею в виду, это самое, подвес не пострадало. Заменили пульт управления, то есть рычаги, вот это все, тяги, провода. То есть что при перегреве происходит? Во-первых, пружины все выходят из строя, во-вторых, броня, она же сверху каленая. То есть все, это уже не броня. То есть если она нагревалась
до высоких температур она теряет свои свойства. Интересный факт по поводу Т-34. Бывали такие случаи, когда награждали прям какими-нибудь орденом, медалью. Вот идет бой, и вдруг танк срывается с места и пофигачил. Несмотря на то, что противники тут рядом, поддержки никакого, он все равно как похерачил вперед, так и похерачил. Если выжил экипаж, предоставляется к награде. На самом деле, что получалось? Дело в том, что вот отсюда, с это самое... Место механика-водителя. Вот до сюда шли тяги. И они сплинтовались. И бывало от вибрации, от тряски, от раздолбайства механика, сплинты выскакивали, и выскакивали пальцы. И в это время танк уже не мог маневрировать, он не мог ни поворачивать, он ехать мог только прямо. Естественно, застыть на месте, не получить ни одного пробития, повреждения, это сразу экипаж пойдет по трибунал. Ему ничего не оставалось, как... Передача вперед, газ в пол, и дальше куда он там улетит? В лес, значит, в лес. Вот это, кстати, одна из причин тяжелого управления. Значит, все до единого, и наши, и не наши, признавали, что вот Т-34, особенно в районе, было очень тяжелое управление. Именно потому, что вот с места механика-водителя до моторно-трансмиссионного отделения шли длиннющие тяги. Вот. Где-то тросы, где-то металлические тяги. Вот. И, соответственно, передавать все там вот такие ходы. Я сам был в Т-34 и пробовал. Там все, вот, во-первых, очень тяжело, во-вторых, там огромные ходы всех этих рычагов. Вот. Передачу включить проблема, там торсионы зажать проблема. Да, даже на хорошо отрегулировано. Даже был момент, когда механик водителя рядом умел кувалду для того, чтобы включить передачу. Она штатно была в составе оборудования. Но кувалда нет, а... Так-то, именно да. Кувалды, то есть да. Вбивал вот этот рычаг. Кувалдистов, у них, конечно, да, автоматическая коробка передач. Освар, по-моему, я не помню, неважно, автоматическая коробка передач. Все приводы управления были сервоприводами, то есть танки водились очень легко. Допустим, в «Тигре» впервые был применен штурвал, то есть там вообще не было рычагов. Там вот как в машине, руль крутишь и едешь, и передачи переключаешь как хочешь. Потому что они переключаются автоматически. Это да, это несомненный плюс, но про минусы мы говорили. Это было очень сложно, это было очень дорого и чинилось в Германии. Побольше еще. Значит, вот слабые бортовые передачи у них, которые... Но опять же, все это были болезни из-за того, что очень торопились. И в Курской дуге, как я начинал рассказывать, не помню, в прошлой ли в этой серии, участвовала только третья часть из всех танков, которые должны были в ней участвовать. То есть, две трети по техническим причинам, они не были подбиты. Они просто не смогли участвовать в этой битве. Еще мы забыли сказать. Самый важный момент. Ведь «Пантера» у нас скопирована была с Т-34. Правильно? Ну, концепция, скажем так, да. Но ну, была скопирована болт в болт. Но идея, ну, вот, вы видите, не очень похожа, да? Практически, можно сказать, угол наклона брони, то есть вот эти все листы, они похожи, ну, практически болт-болт. Но прикол заключается в другом. Изначально шел 76, потом пошла «Пантера» для борьбы 76, и уже для борьбы с «Пантерой» пошел 34-85. Так вот, опять же, в Т-34 было 76, 4 человека. Здесь было 5 человек. А как они помещались, если в принципе все одинаковое? Так вот, видно же. Решили просто расширить танк. Его сделали шире. А зачем здесь 5 человек? Для того, чтобы каждый выполнял свою функцию и не был перенагружен. Если командир танка, то он отвечает за командование танком и одновременно может по рации координировать другие танки на поле боя. Если наводчик, то он занимается исключительно наводкой орудия. Заряжающий занимается исключительно зарядкой. Механик-водитель управляет танком. Радист связывается с другими. Он же пулеметчик. И стрелок радист. Здесь же механик-водитель, стрелок-радист, заряжающий и командир еще следит. В 76-м, да. Следит полностью за полем боя и, соответственно, командовать танком и командовать подразделением танка на командира ложится двойная нагрузка. Поэтому эффективность танка в этом случае намного снижается.
Ну так вот, вот, танки стоят с очень похожими решениями. Я же говорю, вот тебе командирские башни. Наклонные весла. То есть концепция у танков одинакова. Ну, этот, конечно. Почему он еще выше? Потому что я рассказывал про устройство. Он торсионный. Да. У него торсионы на дне лежат, и еще идет кардан. Вот поэтому танк настолько выше. Вот, вот они копейные. Вот насколько он выше. А то, что он больше, это видно невооруженным глазом. Насколько он больше, насколько в нем больше железа. И, соответственно, вот. То есть, у него, конечно, энерговооруженность была повыше, чем у «Тигра», а уж тем более, чем у «Королевского тигра». Но и все равно еще далека от 34-ки. Я говорил, что все совершенствовалось, дизель тоже совершенствовался, мощность его повышалась, надежность повышалась, моточасы повышались. Вот. Ну, а что говорить, если этот дизель, он фактически стоит на современном танке 90-х. Да? Ну, конечно, не этот дизель, но... Модифицированный, да, но да, концепция-то одна и та же. В2, вот он как был. Так он и есть. Причем он же бескартерный. Сухим картером. Да, сухим картером. Ну, он считается. Но есть байка, что якобы он проектировался как самолетный. Нет. Это доказано. Нет. Он не проектировался как самолетный. Он проектировался именно как танковый. Но высокооборотистый, с сухим картером. Вот. Ну и да. И концепция, извините, она до сих пор жива. И вот сейчас он, как сказать, его надежность, мощность и другие эксплуатационные характеристики выросли, конечно, неимоверно в сравнении вот с этим В2, который, но все равно в свое время это был огромный прорыв. То есть сейчас, ничего подобного не было. Сейчас и технологии другие, и изготовление тех же прецизионных пар. А прецизионные пары – это не всегда хорошо, что доказал ППШ и автомат Калашникова, понимаешь? Где нет прецизионных пар. Ну, например, форсунки без них никак. Это да. Это ну, конструктивная особенность, без них никак. Потому что каждая форсунка, то есть игла и сам корпус форсунки являются прецизионной парой, притирается исключительно друг к другу, иначе не получится того распыления топлива, которое должно быть. Простота, так сказать, и даже убогость определенная. Позволило вот этих танков наделать в 20 раз больше, чем вот эти. Да, да, вот. Да. Именно поэтому. Опять же говорю, вот можно вот эти байки про самый лучший танк Второй мировой, по какому критерию? То есть вот так надо понять, по какому критерию? По сумме критериев? Вот. По пушке прицелу? Вот. Есть еще более крутые вещи, там, по ходовке, там, по этому. Понимаете, то есть, когда ставится вопрос, самый лучший, да тот самый лучший, который победил, понимаешь, это может быть... Самый лучший, который, я считаю, самый лучший танк, который можно отремонтировать на коленке в поле. Естественно, естественно. Вот, это самый лучший. Потому что что толку, если здесь гора инновационных технологий, но ребята, при этом... История повторяется. Вот сейчас мы смотрим репортажи там с наших южных окраин, да, в том числе рембаты. И мы видим там разобранные танки, вынутые из них двигатели. И что мы видим? Немцы собирались строить на Украине ремонт по восстановлению леопардов, да? Пока мы леопарды видим только сгоревшие на полях сражений. И когда наши противники танк подбивают, он не уничтожен. У него там гусеница подорвалась там на мине. И это, они его сами подрывают, как фашисты во время войны, чтобы он не достался нам, потому что вариантов нет. Они не могут его ни эвакуировать, ни отремонтировать. И вот и вся история. Я тебе еще больше скажу, что на самом, но вообще вот для меня это, как бы сказать, немножечко шокировано. Если у нас уже сколько лет применяется автомат заряжения, то на самых продвинутых, именитых танках, таких как Меркава, Абрамс, Леопард, идет заряжающий. Бедолага, который с этими снарядами носится, как угорелый, надрывается в дыму в этом. Да, у нашего, извиняюсь, у нашего есть недостаток. У нас боекомплект находится по периметру башни. И попадание в башню моментально детонирует. Не только. Одним из недостатков детонирует одинаково. Ты леопарда видел горящий? Я видел. Да. Красиво горит. Да. И точно так же Абрамсы будут гореть. Там. Это все ерунда. Значит, когда говорят, что вот была буря в пустыне, там ни один Абрамс там не сгорел, там туда-сюда. Ребята, в них не было осколочно-фугасных снарядов. У них были только бронебойные снаряды. А что такое бронебойный снаряд? Болванка. Болванка. Какой-то урановая, там, вольфрамовая. Это болванка. Вот.
Если набить его как положено и шарнуть в него из вампира, все будет замечательно. Вот отвечаю вам. Да. Сбил ты меня с какой-то мысли. Надо завершаться уже, а то мы что-то опять в какую-то проблему. У нас очень... Кстати, мы опять забыли поблагодарить наших спонсоров, которые сегодня нас опять пустили. Нас опять сегодня приютили. Большое, огромное спасибо «Авангарду». Центру военно-технических игр «Авангард» Великий Новгород. Молодец. Еще адрес бы сказал, был бы совсем молодец. А я брежу его. Вот это правильно, да. Действительно. Ребята, огромное вам спасибо за то, что вы нас приютили, за то, что дали площади, потому что сейчас на улице, считай, зима, и снимать вот такие ролики – это уже вообще ни разу не вариант. Вот. Огромное вам спасибо. Спасибо всем, кто подписан и подписывается на наш канал. Спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки. Спасибо даже хейтерам, которые пишут ерунду. Давай какое-нибудь соревнование придумаем. Пусть нам поставят сколько-нибудь лайков, а мы им покажем танковый бой. Да, кстати. И пишите в комментариях, хотели бы вы продолжение данной темы в качестве тигра. Ну, покажу тигр тогда. Т-72. Ну да, у меня, значит, сейчас 4 модели. Значит, 3 готовых. Это вот эти две еще тигр. Тигр первый копийный на май 43-го года. И Т-72, который из набора Диагостини. Я его сейчас переделываю. Он у меня пока только в ходовом состоянии. Он не стреляет. Нет, там еще надо заниматься электроникой. То есть я выкинул все то барахло, что там называлось электроникой. И поставил нормальную вот аппаратуру 6-го поколения. Доделаю, покажу. Там еще круче, чем вот это. Там еще круче. Это что? Да. Да. Там даже есть гиростабилизатор пушки. Ребята, пишите в комментариях. Пишите, что хотите это видеть. Но это надо доделать. Я хочу это видеть, понимаете? А без вас мне не посмотреть. И вот тот танк, он инфракрасный. Там нету пневматического оружия, поэтому вот, да. Также пишите, хотели бы вы увидеть танковый бой. Благо того, что «Авангард» предоставляет нам целый полигон, закрытый полигон, где мы можем порезвиться во всё, мы можем погонять там, мы можем пострелять друг в друга. Ну, будет все по-честному, мы насыпем одинаковое количество шариков. Да, я обслужу орудие, почище слажу. Значит, у меня модели очень долго стояли, поэтому тут и есть подозрение, что мои родные давали их как будто поиграть, поэтому я не знаю, я убью, если узнаю, поэтому никто не признается. А тут мы в один запалились. Да ладно, там вот камень, видимо, в пушке застрявший в 34-м, как в «Белом тигре», как он там черпанул. Так, ну чего, тогда будем завершаться с этим, да? Дядя Жора, привет тебе, привет супруги, дядя Толя, тебе огромный горячий пламенный привет. Нашему доблестному клубу... «Авангард». Не-не-не. Это не клуб, это команда. Наша доблестная команда «Закат». Огромный, вообще огромный привет. Футбольная команда «Закат», да, из Новгорода. Ждем тоже приглашения на игры. Ждем приглашения на пострелушки. Народ спрашивает, когда мы будем стрелять на дистанции снайперского. Нет, это все осуществимо, да. Так что, ну и по традиции хейтеры. Ну и опять же, да, напишите, как вам такой формат, чтобы вам еще рассказать, может, еще какую-то интересную тему. Значит, про обещания мы наши помним, материал по аниксу готовится, мы ждем экземпляр. То есть верны себе, по чужим фотографиям мы видео не снимаем, да. Только свое, только все в руках. Ну и мое обещание про интересный пистолет в силе, значит, человек согласие дал, и я, наверное, в ближайшее время вам кое-что интересное покажу. Вот это что? Да. Он продает? Нет, он не продает, это лицензионная вещь. А, понятно. Понятно, понятно. Тогда интрига, не открываем интригу. Да. Еще раз хотим сказать, что мы не уходим от нашего формата обычной пневматики.
Это просто показано как альтернатива Примачке. Довольно-таки интересная альтернатива. Если вам понравится данный сюжет, то мы будем как бы и работать в этом моменте. Мы можем показать еще просто, если нравятся электронные машинки. Есть еще, да, радиоуправляемые. Радиоуправляемые, да, автомобили. Разных масштабов, разных классов, да. И пишите, хотели бы вы, так как сейчас все равно зима и особо на улице не постреляешь, небольшой такой другой формат, коллекция, например, какой-то техники времен Великой Отечественной войны или современной войны и исторический обзор по этой технике. Ну, вообще тема коллекционирования, да. Да, в масштабе 43-м. У нас это есть, мы это можем осветить. То есть, ну, объясню как. Например, бронетранспортеры Второй мировой войны, Третьего рейха, Пума. В 43-м масштабе их очень редко увидишь, и практически это очень редкий зверь. Или, например, бронетранспортер «Ханамак» с установкой, как его называли немцы, «Мычащая корова». Очень интересная штука. В 43-м масштабе мы можем предоставить эти модели, можем рассказать исторически, как они появлялись, где они эксплуатировались, ну, и да, с каким успехом. Если вам это интересно. Ну, то есть формат такой: историческая справка, там технические детали и модель, собственно, вот чтобы это не один текст был непонятный, а что-то там вот такое. Потому что, к сожалению, мы не можем попасть в Кубинку. Ты знаешь, у меня мечта попасть в Кубинку. Может, давай как-нибудь соберемся? Это вполне осуществимо. И в Патриот можно съездить, и в Кубинку можно съездить, и, в общем-то, такие возможности есть. У меня мечта. Там стоит Маус, представляешь, мыша. Большая мыша. Я там был. Причем еще до того, как парк Патриот, половина увезли оттуда экземпляров. Ну, что ты говоришь, сбывшаяся мечта, умершая мечта. Понимаешь, ну вот сейчас вот за что ты так? Что я тебе плохого сделал? Кстати, о птичках. То, что у нас находится там пантера, единственный в мире. В ходовом состоянии, оригинальный. В оригинальном ходовом состоянии, который вот полностью все на нем оригинальное. Ребята подключили к восстановлению завод ЗИЛ. На заводе ЗИЛО выполняли некоторые работы по двигателю. Часть деталей выполнены с нуля по чертежам. И это полностью восстановленная на оригинальных запчастях машина, которая заводится и ездит. Ну да, «Пантера» есть, а завода ЗИЛ нет. Да. У меня, кстати, был вопрос. Я в это дело особо не углублялся. А как его зовут из кривого стартера? Там какая-то динамо-машина или что? Маховик. Маховик? Значит, система эта, она есть на «Тиграх», на «Пантерах». Пришла она, как ни странно, из авиации. Да. То есть, как завести авиационный двигатель? Чтобы завести авиационный двигатель многоцилиндровый, его надо провернуть. Значит, теоретически это можно сделать электростартером, но он будет такого размера и такого веса, то это невыгодно. Поэтому традиционно поршневые двигатели авиационные заводили либо воздухом, либо маховиком. То есть небольшой электродвигатель, сравнительно небольшой, раскручивает маховик. Но маховик чем хорош? Он может быть при небольших размерах, его энергия зависит от скорости вращения. Ну, как у любого гироскопа. Вот электродвигатель раскручивает этот маховик, потом этот маховик подключается к двигателю авиационному, и двигатель запускается. Изобрели это тоже немцы. И вот на «Пантерах» и на «Тиграх» такой механизм стоял сзади. Значит, здесь вот она. Вот она, кривостартер. Вот она. Специальная заводная рукоятка. Как бы было не смешно, то есть люди думают, сзади у него, соответственно, есть. Но это тяжело показать. Но есть у него соответствующие порты, через которые эта штука сюда подключается. То есть раскручивается маховик. И там есть рукояточка. В какой-то момент ее дергают, и этот раскрученный маховик крутит двигатель. Значит, есть такое видео в Ютубе, заводит «Тигр» из Бовингтона. Я постараюсь его найти, и мы его прицепим под видео. Ссылку.
Ну, опять же, читайте фронтовую иллюстрацию. Вот если кто-то заинтересовался темой танков, лучшего материала будет именно по копийности, по модификациям, по эксплуатации. Вот я лучшего материала не видел. Именно вот по этим. Ну, для моделиста просто незаменимый материал. Есть еще видеосерия книг «Танки Второй мировой войны». Материалов по танкам много. Очень много. Очень много. И хорошо, что вот сейчас, в наше время, вот когда я этим интересовался, учился в школе, а я в школе учился с 1972 по 1982 год, вот, я интересовался этой темой, материала было не достать. У нас в библиотеке военного городка была огромная вот такая книга, она называлась «Танк». И там были вот от первых вот этих танков смешных, которые... еще ромбовидные, потом вот товарищ Ленин, борец за свободу, который красная форма, вот товарищ Ленин, который Рено, там Т-16, по-моему. Вот, и, господи, этот-то чудик-то наш с огромными-то колесами, как его фамилия-то была, уже забыл там. Ну, неважно. И вот в той книге, это 70-е, конец 70-х годов прошлого века, были все основные, вот я тогда и узнал. Про торсионы, про подвеску, которая Кристи, про дизели, которые оппозитные, с, ну, которые 5 ТДФ, которые чемодан Юнкерса. Это я все узнал из той книжки. Про принципы вообще танкостроения, наклонную броню, про пушки. Чем отличается танковая пушка от обычной любой другой? Чем отличается танковая пушка? Честно, даже не могу сказать. Большая. Нет, там механизм отдачи должен быть. У танка, правильно, у него две проблемы с пушкой. У него не должно быть большого отката, потому что некуда, башня маленькая, и не должно быть большой длины снаряда, чтобы человек его мог поднять и зарядить. Ну, в те времена, по крайней мере. Вот. Почему, допустим, у наших танков не было в основном пламегасителя? Не пламегасителя, а дульных тормозов. Вот. Потому что при выстреле дульный тормоз поднимает очень большое облако пыли. Что демаскирует танк? Это раз, во-вторых, стрелять не видно куда, понимаешь, темно. Это же те времена, когда оптикой стреляет. И сейчас есть инфракрасные, лазерные и прочие там прицельные приспособления. Там похрен, хоть дым, хоть пыль, хоть мощь. Сейчас можно со ствола ракету запустить. Да. Вот. А немцы, видишь, для чего дульный тормоз на немецких пушках? У них, как правило, пушки либо зенитно использовались, ну, за основу для разработки танков, либо корабельные. А у всех у этих пушек большая отдача. И чтобы снизить отдачу, почти на всех на них были дульные тормоза. Вот когда немцы не могли вывести из строя танк, взрыватели, знаешь, что они делали? Они скручивали дульный тормоз и выкидывали его. И первый же выстрел без него разваливал откатное устройство. И это у них тоже было в инструкции прописано. В случае невозможности уничтожить танк другим способом. Ну, либо гранату в ствол. Еще не каждая граната разорвет танковый ствол, скажем. Ну, это да. Да. А вот свинтить дульный тормоз, забросить его в болото или увезти его с собой куда-то и утопить в реке нахрен. Вот это да. Ну, как и на ИС-2 уже появились дульные тормоза. Ну, потому что там тоже 22 миллиметра. Там та же самая, мама не горит. Там пушка... АИСУ-152 – это поставленная на танк гаубица, пушка, как она называлась, на гусеничном ходу-то, господи, забыл. Кстати, вопрос. А давай зададим вопрос, а? Задай. А чем отличается ИСУ-152 от САУ-ИСУ-152? Я-то знаю. Я знаю. Я знаю, что ты знаешь. А знают ли наши зрители? Давай вот на этой ноте как раз и закончим наш выпуск. Пишите в комментариях. Ну, а чур не подглядывать. В чем основное отличие САУ ИСУ-152 от ИСУ-152? Все, всем пока. Всем счастливо. Всем счастливо. До новых встреч. До новых встреч. Пишите комментарии. Понравился вам вот эти два выпуска. Если понравилось, то сделаем, соответственно, третий и четвертый выпуск. Третий мы осмотрим Тигр. А, еще четвертый осмотрим Т-72 и устроим бой. Это вот даже еще три выпуска у нас получится. Ну, это если людям будет интересно. Да, если будет интересно. Мы не настаиваем. Мы обещали показать альтернативную пневматику, мы ее показали. Все. Что-то как-то коряво, конечно. Ну, ладно. Как смогли. Как смогли. Если понравилось, значит, ну откуда ж... Значит, мы пушки почистим, смажем. Ну, откуда ж мы знали, что тут такая диверсия будет?
Ты не знал, я не знал. Танк вообще не догадался. Ладно. Все проверил, аккумулятор зарядил, дым долил. А про это мне даже в голову не пришло. Вот. Диверсантное оружие испортили. Что такая диверсия будет? Вот. На самом деле все просто. Разбирается, чинится, чистится. Все это просто. Замерим. Скорость, да. Я-то не подумал. Замерим скорость. А на этой будем измерять? А почему нет? Слушай, ради прикола, но она бахает-то тоже неплохо. Хотя... Ну, как бахает, это ты прочувствовал, да? А это да, по пальцу-то звездануло прям по-человечески. Я скажу, что это, ну, по ощущениям, это страйкбольный пистолет. Ну вот, говорю, вот отсюда до той стены она добьет спокойно. 25 метров спокойно добьет. Вот почему интересно устроить бой, причем так не в упор вот так вот, а нормально разъехаться метров на 10. При этом мы находимся на одной линии. И так и делается, да. Есть, да. Это только в соревнованиях по вождению можно ходить за танком, чтобы видеть все эти самые. А когда идет бой, да, все находятся на одних позициях. Причем в бою запрещено использование лазерных целеуказателей. А у меня на тигре он стоит. Поэтому я воюю на тигре. Жребий. А пушка? Пускай решит жребий. Пушка самая лучшая, кстати, здесь. У нее самая большая скорость. И она очень точно стреляла. Я по мишени из нее стрелял. Когда мы там в свое время решали вопрос, ну, есть инфракрасный бой, да, это понятно. А как вот с этими танками же тоже воевать можно? Как подсчитывать? Самый сложный был вопрос попадания, как определять. Надо много судей там. Это. Ну, это опять же, это если соревнование. А если вот для души, то так. В детство впасть в очередной раз, повоевать на танк. Да ты знаешь, я бы не сказал, что это детство. Я бы сказал, что это что-то нечто более серьезное, чем детство. Я скажу так, любое хобби, есть при более-менее серьезном подходе, оно всегда идет на пользу. Оно развивает, оно не дает там, мозгам закостенеть, там, и рукам находиться в смысле. Любое хобби всегда хорошо, всегда положительно. Да, чем с другой стороны букать, то лучше уже это. Мы запись-то закончили, да? Что-то я забыл. А, ну тогда все. Всем пока. Все. Пошли. Пошли бухать, да. Пошли бухать.